Приготовиться Владислав Василенко, Константин Лоханин. Отдыхает представитель Умани, кандидат в мастера спорта Дмитрий Ведрик. Боксеры на середину. А в этом бою техническим нокаутом в первом раунде победу одержал Дмитрий Ведрик. И он выходит в финал весовой категории до 60 килограмм. На третье место награждается Дмитрий Святый, город Умань. Награждение проводит рефери поединка, мастер спорта СССР Зуфар Мифтах.